Breaking news tonight, Russia launching a full-scale invasion of Ukraine. Vladimir Putin's forces unleashing an all-out assault on Ukraine from the land, sea, and air. יום ראשון של מלחמה באוקראינה תופס אותנו, כמו גם את כל תושבי קייב בהפתעה. война началась 24-го. Это был переломный момент. Было очень много танков и наших военнослужащих. Я не особо смотрела в окно, поэтому ничего я не видела. Ба Украина обошлехшав, скучаю сильно. הבנות שהגיעו אלינו הגיעו במצב ממש לא פשוט, במצב קשה מבחינה רגשית. העצב ניבט להם בעיניים. באוקראינה מתנהלת מלחמה, למרות שאנחנו חושבים ששקט, אבל באמת מאוד לא שקט שמה. והבנות מאוד מאוד פוחדות ודואגות. Мне было очень страшно, потому что ты не понимаешь, что происходит снаружи. Мои мама, папа, брат и бабушка остались в Украине, и я приехала сюда одна. Я всю жизнь не выезжала из дома никуда относительно. Есть бנות שבוכות בלילות. הראש שלהם וכל המחשבות שלהם זה מה קורה עכשיו עם המשפחה שלהם באוקראינה. В первую неделю я ночевала в подвале. Именно в этой куртке я спала на бетонном полу. Я очень переживаю за них, потому что это все очень непонятно. И на прошлой неделе у нас возле дома практически был взрыв, прилетела ракета, и это очень было страшно. Мне было очень сложно принять то, что я не смогу его каждый день видеть. Чтобы война закончилась, я смогла приехать домой. Я очень рада, что я взяла флейту, но еще у меня есть... הבנות זקוקות להרבה מאוד תמיכה. אנחנו הבאנו להם הרבה צוות ברוסית שמשוחח איתם, שיושב איתם, שמרגיע אותם. גם צוות כמו נשים רוסיות, אמהות בית, מדריכות בתגבור שיוכלו להיות לצידם. וגם צוות מקצועי, הבנות זקוקות לפעולים רגשיים, לפסיכולוגים. כדי לשמח את הבנות, אנחנו עושים להם הרבה יציאות, הרבה טיולים, עושים להם ימי הולדת, היום היה פה יום הולדת, הפתעה לאחת הבנות. וכשהאימא שומעת שטוב לבת שלה, ושהיא ניצלה מן המלחמה, זה מחזק אותה גם בשבילה וגם בשביל הבת. Да, у меня здесь нет семьи, поэтому я здесь живу. Сама? Мама здесь, а папа? В Киеве. Очень. И что мы поддерживаем друг друга в сложных ситуациях. Есть девочка, которая грустит, или ей нехорошо, или ей плохо. Мы всегда ее поддержим и поможем. И когда я вырасту, я хочу поступить в еврейский университет в Иерусалиме и после этого стать врачом в области ортопедии. Очень рада, что сюда попала, потому что тут столько программы, что забывается о том, что происходит вокруг, и дает дальше жить хорошо. Чтобы больше не было таких случаев, чтобы ничего не разлучало тебя и твою семью. Я хочу пожелать своей семье, чтобы мы в скором времени встретились и объединились в Израиле.